Кабинет министров продлевает госпрограмму «Доступная среда» до 2020 года. В следующие 5 лет на создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья будет направлено более 250 миллиардов рублей. За время действия программы уже удалось снять хотя бы самые серьезные барьеры, с которыми сталкиваются инвалиды в учреждениях, на улице, в транспорте, заметил Дмитрий Медведев. Несмотря на это, добавил он, сделать нужно еще больше, как на федеральном, так и на региональном уровне. Объем финансирования программы до 2020 года составит более 250 миллиардов рублей. В 2016 году на нее выделяют порядка 48 миллиардов рублей. В 2017 – 52 миллиарда с небольшим. В 2018 – 51,3 миллиарда. В 2019 году более 50,5 миллиардов и 50,5 миллиардов рублей будет выделено в 2020 году. В рамках программы планируется расширить доступность социальных объектов для инвалидов. К 2015 году стояла задача оборудовать соответствующими средствами 45% таких объектов. Через 5 лет 2/3 таких зданий должны стать доступными. Это важнейший показатель, которого обязаны достичь и федеральные, и региональные власти. Доля общеобразовательных организаций с безбарьерной средой для инклюзивного образования детей и инвалидов в общем количестве таких организаций составит 25%, в то время как в 2014 году были оборудованы лишь 12,8%. Кроме того, планируется воссоздать систему комплексной реабилитации инвалидов, включая детей, чтобы значительно больше людей с инвалидностью могли получать такую помощь.